пустой магазин. Вот все полки полупустые. Разобрались. Потому что 50%. Город еще спит. 8 часов утра, еще так мало людей. Сходила сейчас на базарчик и купила уже молодую картошку. Стоит 4,90, 2,5 килограмма. И яички домашние купила. Смотрите, там беленькая бумажка такая постелена. А, чек. Такая вот картошка. Она говорит, что это молодая уже. Что-то мне не верится. Молодая по-другому выглядит. Ну, по крайней мере, чистенькая. Яички такие 13 штук, 2 евро. Домашние. От домашней курочки. Это я уже залила такую жидкость. Зомар ваш. Сын мне, вернее, залил. Сейчас надо отнести это в подвал. Сюда. Зомар скрин ваш. Она отгоняет насекомых. Запах ее. Не садятся эти комашки. И у меня зимняя такая есть. Я ее вожу уже целый месяц в машине. Надо тоже отнести в келер. В подвал, вернее. Вот это вот. Минус 20. И надо в машине убрать мне вот эти все. Вот эту вот занести. И вот эту штуку занести. Шкрябулку. И вот этот гумиштифт на зиму. Все это спрятать. И уже летние причиндалы приготовить, мои дорогие. Шумит фонтанчик сзади меня. Кафешки еще пустые. Ждут посетители, мои дорогие. А я жду, когда откроется Росно. Сейчас быстро покажу вам, что я купила в Росмане на скидках, мои дорогие. Всего пару вещей. Купила сыну такой Орнер с хорошей марки Фалькин. Этот Фалькин за 1,50 €. Он стоил 3,50. Она даже мне дешевле дала. Ему надо для заданий своих школы. А себе купила 2 крема. Вот эта вот марка Веледа. Она у нас хорошая, ценится хорошо, дорогая. Это Skin Food Face Care. Narende Feuchtigkeiten Glow. Skin крем для лица питательный с этим. Feuchtigkeit, как это? Питательный, увлажняющий. Увлажняющий это Feuchtigkeit. Стоил он 17 евро. А сейчас я за него заплатила пол цены. Это 8,50 €, мои дорогие. Там такая баночка классная, вот тоже марка Веледа, пишет, ну, и стеклянная банка. Там еще этот ценник вылетел такой. Это ложи такие эти, вот на дорогие продукты клеют такие штуки, чтобы не украли. Оно звенит тогда на дверях. Стеклянная банка такая тяжелая, классная. Такая вот крышечка. Открывать я сейчас не буду, у меня руки в пыли. Машина пыльная, и я не хочу сейчас с кремом. Это вот. Я очень рада, что я купила за полцены такой крем. Мне как раз надо крем для лица. И второй, это вот такой вот, чуть дешевле. Тоже от марки Веледа. Он стоил 9,25 €, вот цена. Это Sensitive Feuchtigkeit Pflege Мандель. Это нежный, для нежной кожи увлажняющий лоцион такой.
Парфюм фрай. Мандель — это эти орешки. С орешками. Сейчас я покажу вам. Подождите. Вот такой вот он. Чуть дешевле упаковка, поэтому и цена чуть дешевле. Я его тоже взяла за полцены, мои дорогие. Очень довольна я кремами. Сэкономила денежку благодаря тому, что будет в магазине ремонт делать. Такие надо ловить моменты и пользоваться ими. Зачем платить больше, когда можно заплатить дешевле? Ну вот это все, что я вам пока хотела показать. Лайкаем, подписываемся, оставляем комментарий. Под Louis Vuitton сумочки, но швы сразу видно, какие качества. Какая еще есть, да? Oster, mein Fahnen, aber der war krank. Der ganze Tag mitgelegen. Jetzt scheint da wieder besser zu gehen. Das? Nein, links nicht. Er ist nicht zu fotografieren. Ja? Größere Tasse. Guck mal jetzt. Das kostet jetzt fast 1000 D-Mark. Ich habe damals 600 bezahlt. Нет. Пальтишки сейчас в резерве. Смотрите. Плащ. Сапожки. €35. XL.
Ich mache wieder. Geht's? Ich kann wieder nicht mehr, wenn du alles aufnimmst. Danke.